прямо сегодня, ребята, я затроллю ТикТоком новым диглом! Но есть одно небольшое но. Это лобби с дополнительными секретными настроечками. Что? А где, а где калаш? А где гранаты? Что? Ты видел, как он прыгнул? Или это мне показалось? Что? Лява! Криминал, я прошу пэ. Что происходит? Откуда у него столько гранат? Что происходит? Щиты просто... Падали, а? Хватит! Я не могу! Хватит! Куда? Ты куда? Да ты задолбал меня взрывать! Ватсапэнчики, ТПК на проводе! И прямо сегодня, ребята, я затроллю ТикТоком новым диглом! А именно, я залечу к нему на стрим, кину ему донатик, скажу, что у меня есть новый дигл, и давай сыграем дуэлечку. Но есть одно небольшое но. Даже два небольших но. Первое, у меня нет дигла! Ну а второе... У нас будет наблюдатель. Ну и третье, это не обычный лобби. Это лобби с дополнительными секретными настроечками. Поэтому, ребята, видео будет однозначно очень-очень крутое. Ну что же, ребята, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, если хотите получить халявный БП. И посмотрите все видео от начала до конца без примоток и в комментариях напишите ваше ID. А мы перемещаемся на стрим ТикТока. Вы посмотрите на моего братика, он уже стримит, радуется, довольный и так далее. Я только что выбил дигл Outroom. Так, стоп, а как он называется? Ой, блин, я перепутал. Аурейд. А вот это фрик. Я хочу тебе дать шанс его выиграть. Залетай в лобби. Дядя, ты по-любому не выиграешь. Ты видел настройки лобби. Ты видел тебя наблюдателя. У тебя шансов вообще нету. Поэтому можно сказать, что я не совру в этом видео. Хотя вдруг он меня выиграет. Все, ребята, вперед отправлять донат. Все, ребята, я только что отправил ТикТоку донат. Махмудик, я только что убил 10. О, мой донат. Аурет, я хочу тебе дать шанс его выиграть. В смысле? Айдишку, бро! Айдишечку, бро! Айдишечку, бро! Я айди не написал! Айдишечку. Стоп, да я же вроде с айдишкой писал! Мне предлагает чел сыграть на дигл, он говорит, выбил дигл. Стоп, я чё, забыл? Указать айди! Это было. Придется еще один донатик ему кидать. Он мне скинул айди, айдишку скинул. Махмуд! Слышишь, Махмуд, только давай добавим его в лобби. Так, ништяк, я его пригласил. Я его пригласил! Все, ребята, все идет максимально по плану. Давай, братик, заходи, 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 заходи. Он зашел! Это имба, это... Напишу. Привет, дорогой друг. Ты не поверишь, но я выбил новый дигл. И я не шучу. Это ладно, шучу. Пруфы, пруфы. Напишу. Пруфы могу показать в катке. Я никогда никого не обманываю. А можешь выставить на рынок? Я в игре покажу без проблем. Кажись, сейчас будет очень-очень горячо. Что с меня ты хочешь? С тебя всего лишь 100к голды, если проиграешь. С тебя всего лишь 100к голды! 100к! Трындец, это капец, это наглёж. Ну что? Это грабеж. Блин, ребята, зачем вы меня палите в чате? Просто посмотрите, все в чате пишут, там наблюдатель, там наблюдатель, там наблюдатель. Кто-то пишет, акен, ТПК. Не надо меня палить! О, пошел контент по трубам. Он пишет, выстави Авик ТХ за 700к. Найс, найс. 700, раз, два, три. Самое главное, случайно не продать за 7к. А где Авик ТХ? Что? Что, у него реально Авик ТХ? У него реально Авик ТХ? Что? Махмуд реально снял с рынка. Но он даже не знает, что его ожидает. Как же рад, что он не заметил этого наблюдателя. Мои пацаны, за это лайкусик, подписочка. Выстави Керголд за 550к. Выстави Керголд за 550к. Изи, сейчас еще Керголд поставлю. 550к! Да, Махмуд, это Махмуд был, мужики, это Махмуд. Это Махмуд. Все, пацаны, ха-ха-ха. А теперь погнали в каточку. Все, мужики, запускаем каточку. Самое главное, мне выбрать сторону Т. Ха-ха. Т,
Так, ребят, один момент. Сейчас буду дальше троллинг ТикТака. Но перед этим, ребята, сейчас расскажу лютый прикол. Короче, вы знаете Булдропщик? Так вот, на Булдропщике вышло осеннее обновление, в котором добавили новую коллекцию кастиков. Вы просто посмотрите, что оттуда падает. Вот это имба. И это не все. Также добавили обменник Мерлина. Что это такое? За то, что ты открываешь кастики, ты получаешь бонусы. И ты эти бонусы можешь поменять на топовый дроп. Просто посмотри, что мне выпало. Ну и конечно же, я не могу тебя оставить без подарочка. Прямо сейчас на экране ты видишь тот самый подарок. Ты его просто вводишь и получаешь свой приз. Все максимально изи. Все нужные ссылочки есть в закрепленном комментарии. Ну а мы идем дальше. Ну чё, пацаны, прямо сейчас мы сим-катки, но есть проблема. То, что у меня нет этого дигла. Поэтому давайте-ка так, я ему прямо сейчас напишу. Иди на А, покажу дигл. Короче, он пойдет на Б, а я буду на А. Это просто имба. Я на Б. Я напишу. У меня пистолета нету почему-то. Короче, самое главное просто пробегать, чтобы прошла разминка. Давайте напишу. Я на Б напишу. Я на А. Я на А, он мне говорит. Он прикалывается? Покажи дигл. Затроллили молодого, затроллили. Дигл, покажи, я говорю. Все, пацаны, у нас начинается каточка. И вы посмотрите, что самое-самое главное. Я могу наблюдать за ТикТаком с телефона. Ля, он пишет, покажи дигл, у меня дигла аж нету. Давайте напишу. В след раунде. Он мне говорит, след ра... в следующем раунде покажу. Ладно, давай. Так. Он тут. Обалдеть, нормально? Ну что, дружечки, ты моя. Мне показалось, или две гранаты взорвалось? Сейчас, вот прямо тут, вот тут. Нормально, нормально. На! Ни хрена он мне выдал плюху! Домой, ботик! Дигл, покажи, я говорю! Я специально купил этот дигл, потому что он немножко похож на новый дигл. Что? А где калаш? А где гранаты? Что это? Что за бред? Он пишет, где калаш? Какой калаш? Аккуратно смотрим. Дигл, смотрите. Показываем ему дигл. Братик, вот дигл, дигл. Что? Ты видел, как он прыгнул? Или это мне показалось? Все, почти, не палимся, не палимся, не палимся, не палимся. Он идет меня пушить. Он прямо сейчас бутута. Мне страшно, мамочки. 3, 2, 1. Ты видал? Ранатка сюда, нахрен. Забрал, залутал. Каналья бот, я промахнулся. Пишет, что у меня с хп. Брат, ну это баг, баг, следов 2 глючит. Я вообще ни при чем. Походу баг говорит. Прикольный такой баг в твою сторону. Пацаны, лайк, подписка, кто успеет сегодня подписаться. Что? Ля, ваг, вы видели, какой ваг, какой ваг? Это прикол или что, ребята? У меня даже айка нету, нахрен. Тик-так себе взял М40. Падали, имхана. А! 2 хп у меня. Блин, мне кажется, он что-то спалит. Мне кажется, он меня сейчас спалит. Ты видал, у меня 2 хп. Что за... Что происходит? На! Лови маслину! Это просто 4 гамма! 100% мне закинули гранаты! Откуда у него столько гранат? Что происходит? Чё-то забаговались хаешки. О, он пишет, мне что-то забагованные хаешки, говорит. Давай я еще возьму дым и просто забросаем все в дыму, чтобы было абсолютно все в дыму. Вот просто все, что можно. Вот просто вот так. Чтобы он меня не нашел. Тут чисто ежик в тумане. Нет! Нет! Драгулечка ты моя, ты что себе позволяешь? Блин, я не могу даже гранаты нормальные купить. Это трендец какой-то. Сейчас возьму дым. Попробую забросать максимально много дыма, чтобы меня не спалил. В прошлый раз у меня не получилось. Но надеюсь, сейчас выйдет. А два подгорает очко. Откуда гранаты? Имба! Имба, просто посмотрите, что происходит. Что это просто? Чисто ежик в тумане. Что происходит? Где он? Найс, 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 чисто все в дыму. Падаль, а? Это щиты. Он щиты подрубил, нахрен, ребят. Он в пункту, мужики. Он где-то прямо возле меня ходит. Он тут, а! Я просто диффузу на голову. Я просто диффузу на голову. Дядь, ты что, не диффузишь? Он раздефюзил! Он раздефюзил! Все из-за того, что я был в дыму и тоже ничего не видел. Кирголд! У него реально кирголд, ребят. У него реально кирголд. Откуда просто кирголд у него, я не понимаю. Не, я такое не прощаю. Я такое не прощаю. Я беру мой корон. Мой корон, я КРчик. Сейчас мы флешками забросаем. Имба. Просто прикиньте, какой угар. Читы просто... Ну, падали, а? Хватит! Нет, я не могу! Хватит! Имба, я заплейтил, имба. Нет,
Отстань! Отстань! Мужики, это Белла. Надеюсь, ты так тоже ничего не видит, так же, как и я. Я не могу, это трындец. Это просто трындец? Тварь! Тварь! Прекрати. Нет, 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 отстань! Все, ребят, он слепой, он слепой, он слепой. И белый экран у него. Тварь, вырубайся, ты, я тебе 100к не отдам. Я ему 100к не отдам, я говорю сразу. Я ему 100к не отдам. Да, так, давай, давайте я ему напишу. Напишу, бро, что происходит с каткой? Чё за баги? Что происходит с каткой? Что за баги? Я даже себя заслышал нечаянно! Тварюха! Где ты? Заплейте, в рот возьми! Давайте я все моликами забросаю. Сейчас будет просто полный угар. Просто все, что можно, я забросаю моликами. Я его тупо разнесу, мужики. Я просто говорю, я его тупо разнесу. Ну, типа, просто на вещах. Просто чекай. Чисто пусть все горит. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Братик, он тут, он тут. Он где-то уже, он уже рядышком, он рядышком. Ну, это трындец. Ну, это трындец. Где он? Он идет ко мне! Он там, 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 он там. Нет! Падали. Нет! Сталь! Меня попал! Я его жух! Ну правда, он тоже меня чуть не замочил. Давайте в этом раунде я возьму спас. И просто вот так в моменте ему хлебало вынесу. Просто вылетаю с двух ног. Именно с лицо. Просто с двух ног. Давайте. О, он тут, он тут. Просто смотрите. Раз, два, три. На! Я чеснок по хлебалу. Хлоп. Ты дно, ты дно. Ты дно, Манюша, запомни на всю свою жизнь. Вырубайте, ты никогда с ними не орать. Хорошо, так как, 6-4, мужики. Не, ну прожмите зет лайк. Давайте я попробую подорвать хаешкой. Сейчас мы его затроллим. Там скайль! Я попробую хаешкой подорвать. Интересно, сейчас попаду или нет? Пропущу. Иди сюда. Давай, давай! Куда столько гранат? Давай! Да куда? Да куда? Да ты задолбал меня взрывать! Хаешкой как бота! Просто как бота лежать! Лежать, роднулечка, дорогулечка, ты моя! Не, ребят, за это лайк сходу, потому что это просто легендарный момент. Я даю тебе шанс. Если ты не прекратишь, я тебя баню. Если ты не прекратишь, я тебя баню. Пыжи, не бань, я закончил. Пыжи, не бань, я закончил, он пишет мне. Давай, подари. Сейчас с тобой сыграем нормально. Я сделал вид, как будто я уже больше с ним заниматься не буду. А на самом-то деле буду еще как. О, он идет меня пушить. Он идет меня пушить. Давайте с ножом. Нет! Ай, негодяй-то какой. Ну блин, мужики. Он меня еще на нож забрал, как бота. Просто взял рот. Камбэк. Камбэк пошел, мужики. Камбэк, камбэк лютейший. У меня есть идея. Давайте возьмем 60. У меня же бесконечные патроны. Нанеси, но 126 урона. А, у него даже не 100 хп. У него даже не 100 хп. Он чисто стальтуха назад бахнул. Вы это видели? Не, ребят, я его просто как на багле его замочил. Но тут все по-честному. У него даже не 100 хп, а по-честному, да, окей. Окей, чел. А где мое оружие? А, он мне оружие забрал. Он мне оружие забрал. У меня оружие нету, мужики, он мне оружие забрал. Вот я обожаю спас, потому что... Он мне просто забрал оружие. Это что он делал? Так, все, ребят, это решающий раунд. Давайте я прям сейчас ему подамся и специально возьму им 40. Смотри, 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 смотри. Да ё... Иди сюда ко мне, пирожочек. Опять забрал нож. Он может кадуть, но зуб попаду по нему или нет? Да трындец, а! А че он ничего не делает? На, эльф. Давай! Тик-так, ну! Просто посмотрите, он не понимает, что происходит. На тебе! Скажи чеснок, похлебал, мам! Да есть тебя, не спугачитель!
трындец. Ну что ж, мои три друзья, если понравилось это видео, прямо сейчас прожмите лайкосик, как я затроллил ТикТака. Ха-ха, вы видели, как у него горело? Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал. И кто хочет халявный ПП, подпишитесь на мой телеграмчик прямо сейчас. С вами был ваш Кентуха, всем удачки и всем пока-пока.